Основная наша задача – быть лидерами для того, чтобы лидерами оставаться и достигать новых высот и достижений. Нам необходимо постоянно обучаться. Постоянно обучаться и совершенствоваться, глава Одинцовского округа Андрей Иванов подчеркнул, это единственный путь эффективного развития региона. В день муниципального работника он дал старт учебной программе «Человекоцентричный округ. Новая эпоха». На установочной сессии его слушатели обсудили с экспертами МГИМО, каким должен быть настоящий управленец, чтобы качество жизни людей росло из года в год. Начиная с культуры внутрикомандной динамики, через прототипирование продуктов, которые, собственно, будут вынесены на защиту, во взаимодействии с сообществами для того, чтобы мы формировали вот эту самую человекоцентричную среду. Проектный модуль на базе Одинцовского филиала МГИМО пройдет в онлайн и офлайн формате. Около 100 участников разделятся на 26 команд и будут в течение 6 месяцев осваивать новую программу при поддержке наставников. Эксперты вместе с командами, которые сформируют заместители главы и начальники управлений, разработают проект города, в котором хочется жить. Разработают проект города и представят его администрации и опытным управленцам. По окончанию обучающего курса всех участников ждет итоговое тестирование. Глава округа отметил, важно, чтобы теоретические знания перешли в практические навыки. Первая стратегическая сессия состоится уже 17 мая. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».